который знает, как это сделать. Заслуженный артист Российской Федерации, популярный певец и композитор Стас Михайлов. Нет, вы сначала вы, Стас. Добрый вечер, уважаемый. А вон микрофончик там. Добрый вечер, уважаемые господа. Большая честь сегодня, когда мне предложили поздравить. Для меня это большая честь, поскольку с этим человеком я познакомился не так давно, больше, ну, 2 года почти. Скажу вам следующее. Та награда, которую он сегодня получил, это одна из небольших наград, которую он заслуживает. Для меня во многом он является примером, в моей жизни, по крайней мере. Хотел бы пожелать, у меня люблю словосочетание «творческое долголетие», не совсем какое-то правильное, но нужности на сцене, нужности в жизни до конца своих дней. И хотел бы, вот, пользуясь случаем, ко всем вам, великим людям, артистам, актерам обратиться. Берегите друг друга, дарите побольше друг другу радостных слов, поскольку, на мой взгляд, это продляет жизнь вот таким гениальным людям, как этот человек. Счастья, добра, благополучия. С наступающим Новым годом всех! Режиссер спектакля Анна Дубровская. Спасибо большое. Я счастлива сегодня. Я хочу назвать поименно всю нашу группу. Это, конечно же, компания «Артфурор» и наши продюсеры Юлия Павликова и Ольга Белова. Это наш художник Константин Розанов и наш музыкальный руководитель Татьяна Николаевна Агаева, которая уже выходила на сцену сегодня. И, конечно же, автор пьесы Виктор Шендерович. И прекрасные актеры Ольга Тумайкина и Владимир Этуш. Спасибо. Здравствуйте. Замечательный зал, замечательная публика, прекрасный вечер. Но, к сожалению, я не вижу ни одного лица. И я не понимаю, кто сидит в этом зале. Я очень хотел бы понять, кто же стоит, ну, заинтересован в том, чтобы здесь происходили все эти, извините, я... Чего? Спасибо большое. Я очень польщен, очень рад. И думаю, что мои товарищи тоже все рады. Благодарю. И буду ждать следующих каких-то, так сказать, предпосылок для того, чтобы предстать перед вами еще какое-то время. Раз. Спасибо.